сладости на завтрак – удел богачей. Но я беднячка Сью, и мне судьба приготовила другие испытания. И если бы не туповатые преступники, то я бы никогда не узнала, что такое быть мажоркой. Знакомьтесь, это мои новые родители. Богатые и невнимательные. Это ошибка. Что ж, пришло время поиграть в миллионершу Сью. Но с дыркой на носке этот спектакль обречен на провал. Да это же не гардероб, а рай для модниц. Но попала я в него не с первого раза. Пока я вживалась в образ, настоящую богачку Сью ждала фотосессия. Как забавно! Там она умудрилась вынести мозг тем, у кого его и так нет. Думаете, пикник с чужими родителями – это просто? Ошибаетесь. Сначала меня коварно лишили сэндвича и повезло другому нищеброду. Хорошо, что потом на горизонте появилась шоколадная пицца. Да уж, мой аппетит произвел на всех неизгладимое впечатление. Даже в плену богачка Сью не забывала об этикете и напоминала о нем другим. Однажды я решила не отвлекать нового папу от работы и просто наслаждалась коктейлем. Кто бы мог подумать, что съедобный стакан сделает из него грозу похитителей? Уверена, что когда все станет на свои места, богатая Сью обязательно станет крутым парикмахером. Во время походов в кафе родителям-мажорам было со мной интересно и немного стыдно. Но ведь столовые приборы – это для слабаков. Например, таких, как эти безмозглые бандиты. Бедняги, они сами не знали, кого украли. Когда мы оказывались в магазине сладостей, я была самым счастливым ребенком в мире. Бесконечный список пожеланий пугал нового папочку. Но мою жадность это не волновало. Чтобы мне угодить, он даже стал директором кондитерской лавки. Что такое правильная мотивация? Это отказаться от снеков ради чаепития. Я знала, что все хорошее когда-нибудь заканчивается. Но не думала, что так быстро. Упс. Бандиты вернули настоящую Сью, и я должна была уйти. Но в итоге осталась навсегда. Я ужасно устала. Кто это? Почему так долго? Я не привыкла ждать. Какая настойчивость?
Добрый день. Привет, я пришла за Элис. Теперь мы ее семья. Что? Официальный документ? Ладно. Элис, к тебе пришли. Ко мне? Милая, вот твоя новая семья. Это она? Пожалуй, сойдет. Меня удочерили! Ура! Элис, надеюсь, мы не делаем ошибку. Теперь ты будешь жить с нами. Как прекрасно! О, нет. Только не это. Доброе утро. Проснулась? Наконец-то. Сколько можно спать? Вот твой список дел на сегодня. Советую начать немедленно. Что? Какой длинный? Весь земной шар облетел. И еще блюда от шефа. И гарнир, и картошечку фри. 4 порции. Ого! И десерты. Каждого по 2. Вы успеваете? Конечно. И еще кофе. Все записали? Записала. Хватит бездельничать. Вот тебе задание. Раздели конфеты по цветам. Что? Цветная диета очень модная. Ты разве не слышала? Ну, конечно, не слышала. Какое бессмысленное занятие. Ну, ладно. Я закончила. Уже? Ты все перепутала. Я на ореховой диете. Доставай орешки. Приняла заказ. Монетка на колледж. Мне эту посуду за весь день не перемыть. И чашку не забудь. О, нет, что-то горит. Печенье. Совсем забыла и чуть не устроила пожар. Ну, конечно, это идея. Где очаг возгорания? Там, где грязная посуда. Вы уверены? Ну, ладно. Идеальная чистота. Что с печеньем? Мама! О, нет. Сыграем в шашки? Еще чего? Фух, пронесло. Учебники оставлю здесь. Хи-хи. Элис ждет сюрприз. Конец урока. Вау! Хрустальные ботинки! И размер мой. Ой, я прилипла. Лео, помоги. Сейчас тяну. Крепко держит. Хороший клей и удачный пранк. Мое чудесное платье для выпускного готово. Эй, ты что бездельничаешь? Тут еще целый список заданий. Ну и платье. Кошмар. На выпускной она не попадет. Мое платье исчезло. Прощай, выпускной бал. Кто это? Феи крестный. Алло? Привет, Элис. Вытри слезы, нельзя приезжать на бал заплаканной. Стань вот здесь, будем выбирать тебе платье. Нет, 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 а это смешно. Ладно, не сердись.
Вот оно, идеальное платье. Спасибо, фей крестный, я побежала. Не так быстро, в полночь ты должна вернуться. Почему? Я фея, а не миллионер. Возврат товара до 12 часов. Ясно. Прическа, вот, теперь беги. Правда, на балу. А вот и он, мой принц. Но он не обращает на меня внимания. Закрой глаза. Красавица, подожди. Принц, ты где? Я здесь. Отойди от меня. Где же ты, незнакомка? Пора объявить королеву выпускного бала. Королева? Это она. Полночь, мне пора. О, нет, постой. Она уронила телефон. Какая наглость. Королевой должна быть я. В полночь волшебство рассеивается. Вот платье. Спасибо, крестный. Это еще не все. Немного волшебства. И вот твои документы для поступления в университет. Тебя приняли. Спасибо, крестный. Это самый лучший подарок. Экран заблокирован. Активирован Face ID. Попробую найти владелицу. Распознание лица. Что? Нет, не она. Может, это? Что это? Где? Я Элис. Нет, и снова нет. Ты? Что? Прости, ошибся. Это бесполезно. О, нет. Привет. Упс. Это она. Это твой телефон. Face ID сработал. Я нашел тебя. Поможешь собраться? Хочется поскорее отсюда уехать. Конечно. Тебя больше никто не обидит. Привет. Куда это ты собралась? А у тебя еще целый список дел. Да-да, целая куча. Мне нужно ехать в колледж. Я же накопила деньги. Ты имеешь в виду эту копилочку? Сейчас я ее быстренько выброшу в окно. О, нет, что же делать? Спокойствие. Вот билеты в Париж. Ну, ладно. Забирайте и улетайте. Эйфелева башня. Все, как мы мечтали. Золушка Элис заслужила свой хэппи-энд. Начинается моя богатая жизнь. А я неплохо смотрюсь на обложке Forbes. Привет, моя новая семья миллионеров. О, супчик, приятного аппетита. Что? Упс, это оказался совсем не суп. Я поняла. В доме богатых родителей есть особенный лифт, который доставит тебя куда захочешь. Главное, не перепутать кнопки. Лава? Нет, спасибо. О, аквапарк. Эй, слишком мокро. Ау, только не это. Выходи. Скорее, другой этаж. Вечеринка, наконец-то. Мам, я хочу кушать. Папа, дай денег. Держи, дочка. Ладно, придется кушать деньги. Сделаю зеленый салат.
Что? Нет. Нужно заказать еду на эти деньги, а не кушать их. Спасибо, пап. Маникюр готов. Вау, я тоже хочу. Можно мне вот такой нейл-арт? И подлиннее. Ваш заказ принят. Вау, какие длинные, богатые ногти. Спасибо. Это дорогая работа. Еще. Еще. И еще. Все ради любимой дочки. Опять разрядился телефон. И этот тоже сел. И этот. И этот. И здесь села батарея. Надо заказать себе новый телефон. Пап, у меня разрядился телефон. Каждый из них. Вот, возьми. Этот держит заряд неделю. О, моя любимая Нутелла. Что здесь? Упс. Еще и Нутелла на полу. На столике оплата за уборку. Ваше мороженое. Приходите еще. А-а-а! Помогите! Тише там! Поехали! Фух! Ну и приснится же такое. С деньгами я в безопасности. Всем привет, официант! Можно мне все десерты из вашего меню? Я проголодалась. Вот ваш заказ, мисс. Официант, музыку, пожалуйста. Знаете что? Я покупаю этот ресторан. Ваша подпись. Спасибо. Это ваши чаевые. Ура! Я открою свой ресторан. Ну а что? Какую маску выбрать? Эту? Или эту? Мам, что думаешь? Надевай вот эту и не ошибешься. Нам пора. Это будет мой лучший кулинарный проект. Режь мельче и перемешай соус. Почти готово. Великолепно. И присыпь специями. Браво. Что на ужин? Деньги? Это паста со вкусом богатства. Я сама приготовила. Вот суши-доллары. И пицца Динжони. А это что? О, тосты. А, горячо. Обычная вода в душе? Это невкусно. Вот ваш новый кран, мисс. Спасибо. Кола? Спрайт? Сначала Фанта. А теперь спрайт. И запью колой. Добро пожаловать в компанию Черри. О, это та самая фирма. Посмотрите на логотип. О, дырочка. Я исправлю. Ну вот, порядок. Нет, мы так не договаривались. Что? Стойте! Не уходите! Что случилось? Все, босс, я увольняюсь. Посмотрите на график. Это гарантированный успех.
Всем привет! Какое скучное совещание! Немного творчества не помешает. Что это? Котенок намного лучше графика. О нет, наши акции! Обвал рынка! Мы банкроты! С меня достаточно. Упс. Осталось совсем мало денег. Что делать? О, вот и вакансия. Доставщик пиццы. Мне подходит. Алло, я хочу у вас работать. Я проголодалась. Нужно заказать пиццу. А вот и доставщик. Моя пицца. Привет, дочка. Пап! Дорогая? Приветик. Так что вы заплатите за пиццу? Пап, дашь денег? Но это мои последние. Спасибо. Моя пицца! Дорогая, тебе на работу. Кристи нас разорила. Привет, у нас новости шоу-бизнеса. Популярная суперзвезда Дженна удочерила девочку, которую нашла на концерте. Как же сложилась их жизнь? Моя принцесса, ты будешь такой же красивой и популярной, как твоя мамочка. Моя звездочка, мама любит тебя. Смотри, я научу тебя всему. Главное, правильная осанка. Учимся ходить на каблуках. Да, мамочка. Ставьте лайк нашей семье. Как тебе это платье? Не нравится? Да, ты права, детка. Не мой цвет. Дженна, малышка, можно фото? И ваш автограф. Мы ваши фанаты. Конечно, я всех люблю. О, боже! Малышка подписала мою руку! Я не буду мыться! Дайте нам два самых лучших номера в вашем отеле. Ваши комнаты уже готовы. И отдельная супер-люкс детская для малышки. Приятного отдыха. Сладких снов, Моника. До завтра. Моника, можно твой автограф? Как насчет селфи? Мы любим тебя! Моника! Доброе утро, доченька. Я умираю с голоду. Я все уже приготовила, садись. Я сделала тебе вкусную яичницу. Нужен только соус. Нужен телефон доставки. Принесите мне яичницу. А этого погорельца заберите подальше. Детка, у тебя получилась просто превосходная яичница. Спасибо, мамочка. Я очень старалась. Фу, как это можно есть? Математика – это скучно, детка. Вот, займемся музыкой. Выучим новую распевку. Подпевай. До, ре, до, ля. До, до, до. До, до, ду, ду. Это безнадежно. Тебе медведь наступил на все уши сразу. Да здравствует математика. Доченька, доброе утро, солнышко. Садись завтракать. Вау, мне нравится этот ритм. Ужасный саунд-эффект. Не порть маме песню, Моника. О нет, прекратите преследовать меня, фанаты. Стоп, стоп, стоп. Я этого больше не вынесу. Мам, заходи уже домой.
Моника, зачем ты это сделала? Мои фанаты ждут меня. Я пошла. Она идет. Дайте автограф. Можно фото? Ну хорошо, уговорили. Что вы мне принесли? Спасибо, спасибо. О, пицца для меня, спасибо. Эй, что за дела? Алло? Прости, забыла. Вот тебе селфи на чай. Спасибо. Что? Я здесь инкогнито, чтобы фанаты не мешали шопингу. Мы возьмем вот это. Оу, телефон не узнает меня. Придется снять очки. Вы Дженна? О, мамочки, я ваша фанатка. Дженна, она на кассе. Можно фото и автограф? Я выложу вас в сторис. Мы любим тебя. Да, хорошо. Я просто хотела купить продукты. 8 утра? Время распевки зарядки. Опять. Родители не выбирают. Детка, почему ты еще не готова? Мы идем на вручение мне важной премии. Соберись побыстрее. Ладно. Какую корону надеть? Богини или звезды? Будет звезда. Идеально. Моника, ты скоро? Я готова. Что это? Я не пойду с тобой в таком виде. Это именно то, что я хотела. Можно читать весь вечер. Вот так очень похоже. Отличная копия маминой подписи. Детка, возьми деньги на карманные расходы. Не нужно, мам. У меня есть. Спасибо. Что? Можно мне автограф Дженны? Держи. О, спасибо. Обожаю ее. И мне автограф. И мне тоже подпиши. Спасибо. В очередь, пожалуйста. Пишите в комментариях, сколько человек было в очереди. Мам, просыпайся, пора вставать. Ну, мам. Что, опять фанаты? Можно фото? Моника, расскажи про свою маму. Я слышу вспышки камер. Подвинься, Моника. Мамочке нужно к фанатам. Доброе утро, мир, я проснулась. Что? А ты здесь откуда? Моника, улыбочку, посмотри в камеру. Полезай обратно в шкаф. Можно ваш автограф? А можно в этом доме принять душ? Мам, поиграем в PlayStation? Я не могу, детка, у меня концерт. Мне уже пора бежать. Пока. Люблю тебя. Ладно, посмотрим, что я смогу сделать с этим концертом. Концерт Дженны отменен. Эй, а где все? Почему зал пустой? Мои фанаты меня больше не любят. Доченька, публика перестала любить меня. Все пропало. Мамочка, не плачь. У тебя есть я. Сыграем в PlayStation. Давай. Да, я выиграла. Наконец-то я поняла, что семья важнее работы.